Что ж случилось с телефоном? Не звонит, не пишет он. В интернете-то нет картинок. Не работает iPhone. Что ж случилось? Кто ж виновен? Это сволочь Яровая с депутатами приняла новый закон, по которой связь в России выходит чуть дороже, чем стоит Белый дом. Принтер мочит, толпа хохочет. А тем временем в Кремле продолжают верить во всесильный наш ЕГЭ. Чтоб дебилов в стране не рождалось, одни умницы и умники бы на свет появлялись. И ядро засуетилось. Им тут же наша Яровая пригодилась. Народ будет не рад, но депутат не виноват.